Рыбы, приветствую вас. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, карта волшебника. Вот начало месяца говорит то, что вы должны брать всю ответственность в ваших руках и начинать бороться. Начинать делать какие-то действия, потому что высшие силы дают эту вам возможность, дают, знаете, эту право, чтобы вы начали вот с действия делать. Здесь мне то, что нравится, то, что... Самое главное, что вы понимаете, что правильно нужно сделать. Вы осознаете, что как вам нужно, вот если вы начинаете делать какие-то действия в вашей жизни, вы уже осознаете, что это правильно вы делаете. Следующая карта на начало месяца, мои дорогие рыбы, двойка жезлов. А двойка жезлов у нас идет здесь, может быть, вам в начале месяца будет вот дано, чтобы вы сделали выбор какой-то, но в начале вы все-таки не сможете сделать. Здесь еще я могу сказать то, что не для всех, но здесь по двойка жезлов может быть какая-то любовная привязка именно по магии, потому что здесь как будто вы или вы привязались к человеку, к какому-то мужчину, или вы привязываетесь к какому-то человеку к вам. Это только вот тоже вот это, ну как бы это не для всех, но эта информация идет, и я могу ее сказать. Следующая карта на начале месяца – это двойка пентаклей. Двойка пентаклей здесь может быть то, что почему вы привязываете человека. Или вас именно по поводу каких-то финансов. Именно, чтобы не потерять вот именно эту стабильность. Чтобы вы были на том, знаете, вот вы как будто даже вот по магии хотите вот привязать человека, именно даже любовное, вот касается здесь, может и то, что финансы вы хотите, вы не хотите отпускать человека. Вы все-таки думаете, что это ваше, и оно должно быть это в вашей жизни. Следующая карта на середине месяца. Это карта Солнца. Карта Солнца, я скажу так, что здесь вот именно середина месяца, может у вас будет какое-то прояснение, может какая-то правда откроется. Почему она откроется, знаете, здесь еще, потому что как будто человек все-таки старается узнать какую-то правду. Здесь даже если для женщины, если для мужчины не касается, здесь тема магии однозначно видно. И здесь будет человек, который вот именно сделан вот этот, он как будто, знаете, будет просыпаться всего этого. Он как будто будет начинать какое-то прояснение. Он как будто даже понимает то, что здесь что-то как бы не то. Следующая карта, мои дорогие рыбы, на середине – девятка пентаклей. А девятка пентаклей дает вот именно ваше вот это бездействие. Почему это ваше бездействие? Почему? Потому что вы привязываете человека. Вы тоскуете, вы хотите, чтобы человек был рядом с вами, вы хотите, чтобы вы эти, вот эта стабильность, вот эти финансы не потерять. Вы это решили, что это правильно. Но это вам дает, что вы сидите в бездействии, вы не можете двигаться вперед. Следующая карта на середине месяца – туз мечей. А туз мечей говорит, вот середина месяца, ноября, пора уже это обрубить. Пора уже заканчивать, и если вы именно играете с вот именно по магии, то, что вы хотите одержать человека, то здесь уже высшие силы подсказывают вам, пора уже заканчивать. Пора это, знаете почему? Потому что вы можете здесь потерять сами. Вы здесь можете сами вот именно вот ваша стабильность, именно ваша семья, именно вы можете даже эту работу, вы сами можете потерять. Но здесь только от вас зависит, и здесь нужно вот то, чтобы вы осознали, что вы, да, вы хозяин вашей жизни, но вы не можете других людей вот привязать к себе. Вот вы не можете других судьб вот решать, что они должны быть рядом с вами. Следующая карта на конец месяца – паж жезла. А почему вы это не понимаете, что это неправильно? Потому что вы не прислушиваетесь. Здесь может у вас быть какие-то подсказки, здесь может быть какие-то люди, то, что вам это может подсказывать, что вы неправильно поступили. Но вы решаете, что это правильно. В
вашей жизни. Вы здесь для рыб может то, что вы люди, которые, знаете, ваше эго не дает вам, чтобы вы отпускали человека, потому что вы решаете, что это правильно. Вы должны держать человека в семью, то, что это, ну, есть дети. Здесь может быть то, что еще манипуляция с детьми еще может, то, что вы можете делать. Следующая карта на конец месяца — это шестерка кубков. А почему шестерка? Потому что вы вспоминаете ваше прошлое. Конечно, ваше прошлое может быть что-то счастливое, может быть что-то хорошее. Но если пришлось это время отпускать ваше прошлое, вы должны это делать. Вы не должны вот жить этими воспоминаниями. Потому что если вы начнете вот прислушивать к какому-то совету, если вы начнете какие-то действия поменять в вашей жизни, знаете, вы можете вот, одержать эту счастье, вот эту радость в вашей жизни. Но то, что вы делаете, я здесь по этому раскладу могу сказать, что ничего хорошего, потому что вы стоите на том же месте, где вы находитесь. Вы не даете, вот, не отпускаете вот именно прошлое ваше. Следующая карта, мы посмотрим, что вам высшие силы подсказывают на конец месяца. Ваш совет — шестерка мечей. Шестерка мечей что? Или вы в конец месяца можете потерять вот из-за того, что вы делаете, силы, или человек, который рядом с вами, может потерять силы. И он, знаете, он ничего к вам не чувствует. Он, как знаете, вот может то, что понимает, что почему я здесь нахожусь, а почему я здесь вообще вот стою, потому что... Но почему? Потому что вы поступаете по-хитрому. И высшие силы говорят вам, для того, чтобы вы не потеряли, может быть, даже семью, даже те отношения, даже то вот именно финансы или то, что энергию, вы должны обрубить это, вы должны заканчивать именно вот этот период в вашей жизни. Потому что к магии не всегда хорошо обращаться, потому что магия вас может вот именно вот потерять вот эта сила ваша. Именно вот вы можете потерять энергию. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.